Кто там? Открывай, это мы. О, пацанчики пришли. Наконец-то, я вас жду. Здорово, здорово. Здорово. Привет, давай пятюнечку мне. Опа, есть, заходи, заходи. Здорово, Дима. Давай, давай, привет. Пятюнечку тебе. Привет. Так, пацаны, закрывай дверь, на улице мороз такой давит. Вообще холодно как-то. Да, вообще похолодало. Так, что, пацаны, вы замерзли? Блин, ну, да не сильно. Будете чай кто-то? Пошли. Все будет чай? Давайте, да, я давай. Я как раз чай себе закипятил. Сейчас пьем чайку. Я даже приготовил уже кружки для вас. О, подготовился. Так. Кому сколько чай наливать? По полной или по половинке? Мне полную. Мне полную. Полную, я понял. Так, два сахара положи, не забудь. Два сахара, хорошо. Так. Кто-то будет что-то кушать? Не, я только нет. Чай. Понял, хорошо. Я уже поставил, сейчас он заварится. Тогда будем чаек пить. Пацаны, смотрите, какой себе новый классный купил комп. Вчера мне подарили родители на днюху. Бомба, да? Блин. Да и Mac? Да, классно ролики монтировать. Вообще все идет четко и не лагает. Вообще круто, поздравляю. Да, вот мне еще подарки приготовили родители. Че, давайте идемте пить чай. Он уже заварился. Так, гусанечек, уга-буга, ОЛТВ. А где ОЛТВ? А где ОЛТВ? ОЛТВ. А он как сюда прикалывается, наверное, заныкался где-то. Любитель в прятки поиграть. Ну идемте поищем его. ОЛТВ, ты где? Может, он здесь? Так, здесь его нету. По-любому за шторкой заныкался. Так, и здесь его нету. А где он? Так, а ну давай здесь посмотрим. Так, под кровать его нету. Я уверен, что, пацаны, он заныкался в шкафу. 100%. Давайте проверим. Нету. А где он? Может, на улице он? Идем посмотрим. Так, вроде так. Дверь не открывалась. Пошли. Пацаны, вы за мной? Да-да-да. Пошлите. Попили чай. Вот вечно на приколе какой-то. Вечно что-то мочит. ЛТВ, ты где? Что происходит? Пацаны, вы это видите? Что это? Блин, что это за приколы? Где это мы? Пацаны... Похоже, где-то я это место уже видел. Мы ж были только что возле дома. Гусанёк, ты знаешь, что это за место? Ну вот, походу, начинаю припоминать. Так. А, я вспомнил. Мы, короче, попали в закулисье. Знаете, что это такое? Нет. Это место, короче, между нашим миром и в загробным миром. Мы сейчас как раз-таки попали в это место. Потому что мы, получается, как-то провалились через текстуры. И, получается, я читал вроде, можно выбраться отсюда, найти, короче, вроде какой-то белый портал. Но я точно не знаю. Но еще что страшное для нас, это то, что здесь ходят враждебные сущности. Ну и как они выглядят? Честно, вот этого я не знаю. А в какую никогда сторону не... нам идти? Туда? Туда? Куда идти? Ну, в любую, получается. Самое главное, ну, идемте просто... тогда туда. Самое главное, найти просто портал. Пошли. Пойдемте тогда. Вы тоже слышите это жужжание? Кто это? Это эти монстры, которые ты рассказывал, или нет? Ну, я точно не знаю. Может, это глюки? У этого монстра есть какое-то название? Бактерия. Так ему прозвище дали. Давайте, наверное, обойдем его стороной. Он как будто на нас смотрит. Надеюсь, он сейчас не побежит. Он шевелится немножко, я видел. Давайте лучше уйдем отсюда. Мне как-то страшно. Так, я даже боюсь оборачиваться, я буду на него смотреть. Блин, очень страшно. Почему здесь так воняет? Он приближается. Так, он сейчас там должен выбежать. Пацаны, давайте тогда сюда идем. Никогда не думал, что это будет в реальности. Я это только на видео видел. Я думал, вообще это шутка какая-то. Как видишь, нет.
Как же стрёмно. Пацаны, идёмте. Так, здесь какие-то следы. Это от ковров, походу. Они просто пропитаны этот, какой-то жидкостью. Они мокрые. Вроде... Да. Её нельзя воняет, пить. Просто вонище, как будто тухлым. Тихо! Вы слышите, как он дышит? Давайте лучше уйдем, я не хочу с ним связываться. Так, тихонько. Давайте здесь, наверное, немножко пробежим. Страшно очень. Так. А это пространство, оно большое или нет? Или это не пространство, это измерение какое-то? Блин, похоже на большой лабиринт. Тихо! Стоп! Что он от меня хочет? Я побежал. Пацаны, я бегу со всей силы. Ой. Я оторвался. Ой. Так, запрячусь за столб. Я вижу. Я здесь. Назад вернись. Ну и где ты? У меня фонарик в кармане был. Это очень хорошо. Так, я видел, из вас кто-то пробежал. Вернитесь назад. Блин, не хватало еще потеряться здесь. Вижу! Назад вернись, пробежал кто-то. Пацанчики, я вас видел. Ты где? А я здесь где-то хожу, я слышу твой голос. Ты рядом. Вот. А, вот. Ух, слава богу, я так испугался. Так, если мы уже идем в ту сторону, давайте будем продолжать в одну сторону идти. Давайте. Интересно, в этом измерении есть? Край карты, или как это называется? Не знаю. Ну, я вроде читал, там оно поделено на 600 миллионов квадратных километров. Сколько? Это не шутки тебе. И сколько это нам больше, ходить? Чем наша планета? Да. Тут розетки есть. А для чего розетки? Ну, точно, чтобы не что-то питать. Я, кстати, его видел. А мы правильно идем? В какую сторону мы шли? Я уже заблудился. Да я уже, у меня память этот... Давайте стены сюда. Одинаковые, все одинаково. Ну, идемте дальше. Еще этот шум вот этих ламп, которые жужжат, меня раздражает. Да, оно даже немножечко напрягает. Не отдаляйся, а то сейчас вдруг он снова набежит на тебя. Блин, еще чуть-чуть, и у меня я сойду с ума с этого. Если мы видим монстра, надо держаться вместе. Я, кстати, увидел, что он в стенку вошел и куда-то пропал. Он может через стены проходить? Не знаю. Либо это глюк был. Я слышу что-то. Ты видел? Какой он быстрый. Ого! Так, нам надо где-то запрятаться. Быстрее! Ого! Быстрее, бежим! Надо где-то в темных местах запрятаться. Так, я слышу, он сзади меня. Вот здесь, вот здесь. Так, есть. Же это страшно. Так, я выгляну. Да, будем потихоньку выходить. Какие-то следы. Это походу он здесь наступал на ковер. Следы свежие. Я там что-то вижу. Всё. Вот он пробежал. Гусуняк, а ты знаешь, что эти монстры от нас хотят? Они нас хотят убить? Ну, по сути, должны. Но какие-то они сейчас... Они, походу, нас изучают. Это страшно. Слышишь? А, вот он. А этого монстра есть название, который пробежал? Вроде его зовут Улыбающийся. Смайл. Нет, что ты от меня хочешь? А! Так, я бегу. Же страшно. Стены тоже мокрые, здесь все мокрое. Будто здесь большой конденсат и влажность повышенная. Отлично, он меня не увидел. Блин, он рядом.
Я остался один. А! Мне мерещится? Или это был здесь монстр? Гусанек! Угабуга! Никого нету. Я один остался. Он еще за мной следит постоянно. Со спины еще при том. Гусанек! Угабуга! Блин, никого нету. Нет. Я слышу этого монстра. Блин, интересно, пацаны хоть живые остались? Есть! О, я тебя нашел. Фух, слава богу. Так, Гусанька надо найти. Ты его видел? Не с тобой? Нет, я убегал от тебя. Бежи, быстрее, побежали. Быстрее. Беги. Блин, он сзади. Так. Ты за мной бежишь? Да. Отлично, бежим. Какой же он быстрый. Он очень быстрый. Надо от него мне кажется, потерять. От него не убежать. Так. А, давай здесь. Ник. В угол. Блин, нет, бежим дальше. Преследует нас. А, он прям ближе и ближе. Это запах от него исходит, это он воняет так. Так, есть. Сюда, садись. Исчез. Я даже не дышу, когда он рядом, чтоб он нас не увидел. Так, мы должны найти Гусанька. Гусанек! Гусанек, ты где? Блин, хоть бы с ним все было хорошо. Его нету нигде. Так, мы были там, пробежали. Так, быстрее, побежали. Быстрее. Вот сюда. Точно. А, бежим. Он пропал. Отлично. Здесь можно запрятаться. Блин, этот монстр, он преследует меня. А, есть. Вот, пацаны. Там монстр. Вот он, монстр. Сюда. Быстрее. Бегите. А, фонарик. Что ты сделал? Быстрее. Гусанёк, как отсюда выбираться? Ну я же говорил, там где-то надо найти этот белый портал. А в какой местности он находится? Может, какие-то есть там приметы? Ну, насколько я помню еще, он где-то должен находиться в углах. Надо просто вдоль стены идти какой-то, и можно будет так его найти. Этот монстр не дает нам даже выйти. Так, блин. Ощущение, что он всегда знает, где мы находимся. Он на нас смотрит. Он идет на нас. Беги, быстрей, бегите. А, блин, как же это страшно. Пацаны, вы бежите? Я бегу за тобой. Давай, быстрей. Угабуга где-то опять потерялся. Он настолько быстрее нас, что даже нема смысла убегать от него. Мне кажется, если бы он хотел нас убить, он давно уже это сделал бы. Так. Стоп! Если остановиться, не двигаться, что он будет делать? Пацаны, он сзади? Да. Что он делает? Стенку упер, а нет, ко мне идет. Не двигайтесь. Он к нам идет. Как боюсь, что у меня руки дрожат. Я походу понял, у него нету глаз, он по звуку ориентируется. Надо тихонько ходить, а мы бегаем. Я буду очень медленно идти, я тоже на корточках иду.
Он опять что-то услышал. Что, страшно? Ой, я аж вспотел. Пацаны, а сколько прошло времени? Здесь время искажается. Я не понимаю, мы тут час пробыли или 10 минут. Сколько времени? Может, тут время не существует? А вдруг тут вообще нет выхода? Что делать? Что делать? Мне это не кажется? А ну, подождите. Мне... А ну-ка. Вы тоже там что-то вдалеке там... есть. Там белое что-то светится. Я вижу. Так, идем посмотрим. Тихо. Сзади. Тихо-тихо. Парни, давайте я его попробую отвлечь. Короче, ты беги, отвлекай, а мы побежали. Побежали. Ты, если что, запомнил дорогу? Наверное, я не знаю. Он сзади? Он за ним бегает. Это портал, который ты говорил, быстрей! Есть! Мы дома, ура, мы вышли! А где Угабуга? Где Угабуга? Он же должен... Есть! Фух, слава богу, мы вернулись! Что с порталом делать? Не знаю, может он сейчас пропадет? Не знаю. О! Что это сейчас было, пацаны? Я не знаю. Пацаны все целые? Да. Да, но я больше в этот портал не ногой. У меня теперь ощущение, что я слышу дыхание этого монстра. Вы слышите это? Да тебе кажется. Кажется? Хотя ладно. Да. Так, интересно, а где же ОЛТВ был? А ну давай, заходи. О, ЛТВ, привет. О, ну так что, чай идем пить, нет? В смысле? Чай пить? А где ты был все это время? Какой чай? Ты что, прикалывайся? Мы вышли, со шкафа там портал был. Какой портал? Я пару минут в туалете был, вы что? Мы бегали в каком-то помещении. А что, прошло так пару минут? Это пранк, я понял. Пацаны, а чайник не остыл, прошло буквально пару минут? Я ничего не пойму. Это жесть просто. А, смотрите! Что? Монстр стоит! Какой монстр? Вот, смотри, за окном монстр стоит!